Уважаемые товарищи пассажиры, поезд номер 747, Петербург-Москва, прибывает на четвертый путь. Просьба пассажиров освободить вагоны, а со мной поехать дальше на радио «Шансон». Друг, давай с тобой знакомиться, ведь ехать нам с тобою до утра. Рассказывай про жизнь, как это водится, пока стучат колеса поезда. Ну а в дороге радио любимое поставит рюмку водки на столе, и мы с тобой, попутчики счастливые, поднимем тост за мир на всей земле. Катятся вагоны, радио играет, кто-то там в эфире маму поздравляет. Песни, как и люди, очень разные, но все они по-своему прекрасные. Ну что, мой друг, давай с тобой по маленькой, а? Согласна, потрепала тебя жизнь. Тоже, Паш, не была по жизни паинькой. Скажу тебе одно, всегда борись. И помни только, вера во все лучшее нас заставляет горы покорять. Ну а в дороге радио любимое всегда готово песней поддержать. Катятся вагоны, радио играет, кто-то там в эфире по-своему прекрасные. Катятся вагоны, радио играет, Пашенька в эфире маму поздравляет. Песни, как и люди, очень разные, но все они по-своему прекрасные. А кому чай? А может быть, кофе? Кофе вам с молочком, Павел, или как, Катюша? А вам чай с лимончиком? Да? Ну хорошо, давайте, поехали дальше. Катятся вагоны, радио играет, Пашенька в эфире маму поздравляет. Песни, как и люди, очень разные, но все они по-своему прекрасные. По-своему прекрасные, но все они по-своему прекрасные. Поезд номер 747, Москва-Петербург, скоро отправится.